I'm gonna need you to raise your glass. I don't care what you put in it. Here's the nights that you can't take back. We live hard, but we love to laugh. We all thought that we'd get rich fast. Hop the plane out for greener grass. Found out the green is cash. Don't compare to the friends at last. See, we won't forget where we came from. The city won't change us. We beat to the same drum. No, we won't forget where we came from. The city can't change us. А какой вуз имеет отделение в Сан-Диего, Лос-Анджелесе? Нет. В самом названии ЛА. Калифорнийский. Нет, не совсем. Да, девушка. Вот, да. Девушка. Хьюни? Нет. Вот это девушка. Же девушка здесь, понимаю. USA, ну, университет в Калифорнии. Нет. Нет. Да. Молодец. Раз, два, поехали. Сколько вузов в США? 200. На что направлена сертификатная программа? А, на получение опыта работы. В каком городе США прошло самое известное чаепитие? А, какой из университетов политехнический? Висконсин. Что означают звезды на американском флаге? Количество штатов. Какой вуз можно перевестись на третий курс без потерь? Техас. Какая страна подарила Америке статую свободы? Франция. В магистерские программы какого вуза вошли в список стипендиальной программы РФ «Глобальное образование»? Последний. Не помню. Все, все. Готова? Я да. Раз, два, поехали. Сколько вузов в США? 250. На что направлена сертификатная программа? На обучение, повышение квалификации. В каком городе США прошло самое известное чаепитие? Бостон. Какой из университетов политехнический? Не знаю. Что означают звезды на американском флаге? Количество штатов. В какой вуз можно перевестись на третий курс без потерь? Не помню тоже. Какая страна подарила Америке статус свободы? Франция. В магистерские программы какого вуза вошли в список стипендиальной программы РФ «Глобальное образование»? Не помню тоже.